сорт томата «Фиолетовое сердце». Этот сорт относится к низкорослым сортам, так называемым гномам. Это среднеспелый сорт томата. 120 дней до сбора урожая проходит. Растение с густой и пышной листвой, очень мощное, высотой 70-90 сантиметров. Плоды очень красивые, имеют форму сердца, темно-фиолетово-бордового с розоватым оттенком цвета. В среднем вес одного такого плода, возьмем вот этот, 200-210 грамм. Но бывают плоды до 300 грамм. Разрежем этот томат. Вот такой вот он, тоже темно-бордовый. Внутри очень мясистый, сахаристый такой и очень сочный. Этот сорт салатного назначения. Ну а также можно переработать для домашней консервации. Томат сбалансированного вкуса, сладкий, с небольшой кислинкой, еле-еле заметной. Очень вкусный. Еще у этого плода очень тонкая кожица. Его приятно кушать в свежем виде.